кафе «Хабиби» подвели итоги секции «Тхэквондо» спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова, на котором наградили лучших спортсменов за 2018 год. Почетными гостями мероприятия стали начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города, директора спортивных школ имени Шамиля Умаханова и Мавлета Батырова, родители спортсменов и главный тренер сборной Республики Дагестан по тхэквондо, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Магомед Али Газимагомедов отметил дружный и сплоченный родительский комитет, который прикладывает немало усилий в завоевании спортивных достижений воспитанниками секции. Мне очень и очень приятно, что этот человек Ислам создал такой большой коллектив. Это для города огромное и огромное вот пример и привлечение детей. Вот здесь воспитывается патриотизм, вот здесь воспитывается на самом деле спортивное будущее, вот здесь воспитываются наши дети. Наши дети не воспитываются нигде-то, воспитываете вы. Вот вы есть наша гордость города, вы есть наш свет. И вот то, что говорил сегодня Зайбудин Али Асхабов, он человек, который создал школу Олимпийского резерва, воспитал в этой школе олимпийских чемпионов, чемпионов мира и призеров мира. Ну вот, давайте поприветствуем его. Он смотрит за ними, следит за ними. И это тоже огромная благодарность. Вот сегодня пришел вас, именно родителей, и этих детей поздравить. Директор спортивной школы Олимпийского резерва Мавлета Батырова, Владимир Сабаков. Этот человек, который этот году воспитал чемпиона мира Гуева Заура по вольной борьбе. Поэтому похлопаем ему тоже. Нам очень отрадно, и мы знаем, что в Дагестане нету такого коллектива, как ваш, как вашего родительского комитета нигде нету. И тем более, где присутствуют мамы. Похлопаем мамам нашим. Я знаю, сегодня приехал к нам главный тренер сборной Дагестана. Он неспроста приехал. Пускай он тоже знает, Айдемир, он молодой еще, он знает, что Хасавюрт себя покажет во всех видах спорта. И будут у нас чемпионы мира олимпийских игр. Спасибо всем. Поздравить и наградить спортсменов приехал главный тренер сборной Республики Дагестан по тхэквондо Айдемир Шахбанов, который отметил неоценимый вклад в спортивные достижения республики за столь короткий срок. Салам алейкум всем. Добрый вечер. Очень приятно, удивлен, что так массово организовали такое мероприятие. Очень рад, что так за последние несколько лет, за маленький срок так подняли на Хасавюрте тхэквондо, развили. Вот два моих брата, товарища Шамиль Сулейман. Исходя от них, хочу поблагодарить и руководство Хасавюрта за этот вклад, то, что развиваете тхэквондо. Я лично очень, как сказать, болен этим тхэквондо, я уже 22 года занимаюсь им. Я в том году еще выступал, в этом году так получилось, возглавил этот спорт республики. И очень рад видеть, что родительский комитет такой большой. На самом деле, вот как руководство говорит, за всю мою карьеру я не видел такого родительского комитета. Желаю, чтобы в 2024 году мы настроены, наш президент тоже Федерации Абдусамат Гаджиевич настроен за вклад в это развитие, что у нас будет самая главная цель – это олимпийское золото. Также наградили 5 лучших тренеров и спортсменов спортивно-детско-юношеской школы имени Мавлета Батырова. Директор спортивной школы Абакар Абакаров оценивал работу как тренеров, так и спортсменов больше, чем положительно. Госзаказ, так, один мастер спорта международного класса и 4 мастера спорта. Но мы перевыполнили. У нас сегодня 6 мастеров спорта. Это 4 мастера спорта по вольной борьбе.
один мастер спорта по кикбоксингу, это Абдулларин Башир, и один мастер спорта, приказ уже пришел, Магасанов Зайдуби, это Гребер. Очень отрадно, конечно, Магомед Расулов Пахрудин, только-только влился в коллектив, работает, показывает высокие результаты, показывает не просто результаты, а высоких достижений результатов. Это и чемпионат мира, чемпионат Европы, чемпионат России. Кубок России. Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Магомед Али Газимагомедов от имени главы города Зайнудина Акмазова и депутатов городского собрания поздравил присутствующих с хорошими итогами и окончанием учебного года. Поздравляю вас с хорошими итогами и окончанием учебного года. И итоги у вас очень такие состоятельные и хорошие. Конечно, как у директора Абакара Тагировича есть свои недовольства, недомолвки насчет каждого из вас, а в целом я характеризую то, что вы добились таких больших результатов на очень и очень положительную оценку. Вы, значит, как ваш директор говорит на устах во всей республике, чемпионом мира стать, это по вольной борьбе, это очень и очень сложно, как вы знаете. Но, тем не менее, значит, у нас есть и чемпионы Европы, и чемпионы мира, и чемпион мира Угуев. И вот Фахрудина Магомед Расулова, ученик Зайрби, второй призер чемпионата Европы, это есть большой успех. И мы вот в аэропорту, я сам лично ездил, встречал тайских боксеров наших, которые стали чемпионами мира, это тоже большой успех. И в целом город оценивает вашу работу на очень и очень хорошо, на отлично. И ваша школа вошла в тройку лучших спортивных школ нашего города. Курбан Гирейханов, Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».